Десант дзюдоистов высадился сегодня в столице Среднего Урала. Участники «Большого шлема» в течение дня прибывают в Екатеринбург. Одними из первых в Кольцово приземлились представительницы женской сборной России. Среди участниц была бронзовый призер Олимпиады в Рио-де-Жанейро Наталья Кузютина. Конкретно к этому турниру мы не подводились, потому что у нас в этом году основной старт – это чемпионат мира, который будет проходить в Японии, куда у нас направлены все силы. Но, конечно, себе на родине мы постараемся не подвести и показать хороший результат. В сборной России есть и представительницы Свердловской области, которые также сегодня прибыли рейсом из Адлера. Домашние стены будут в помощь Наталье Голомидовой, Ксении Чибисовой, Алене Прокопенко и Яне Поляковой. Рейсом из Москвы прибыл олимпийский чемпион Хасан Халмурзаев. Он уже в прошлом году одержал победу на турнире. Добавлю, всего на «Большом шлеме» выступят более 400 спортсменов из 48 стран. Основную конкуренцию россиянам составят лидеры мирового дзюдо из Германии, Голландии, Бразилии и Японии. Уровень организации, во-первых, соревнование очень высокое, и поэтому немного волнения. Поэтому каждый соперник под каждого готовится. И сложно найти, человек меняет свою борьбу, свои приемы. Поэтому сложно прочитать его борьбу, именно под него подстроиться.